В стране продолжает расти число выздоровевших от коронавирусной инфекции. Лидером по числу выписанных пациентов остается Нур-Султан. С начала эпидемии там излечились 110 человек. Как проходит лечение и какие требования должны соблюдать больные после выписки в следующем материале. 47 пациентов выписаны из столичной инфекционной больницы. Все они излечились от устрашающего диагноза – COVID-19. Общее количество выздоровевших в городе возросло до 110 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное, жалоб на момент выписки не предъявляют. Все пациенты выписались с рекомендациями на 14-дневный карантин, домашний карантин. Одна из выписанных жительниц Нур-Султана сама медицинский работник. Признается, что была в шоке, когда узнала о положительных результатах теста. Нам до этого брали анализы в больнице. Потом через день позвонили, сказали, что у меня тест положительный. Нам давали лекарства. Лекарства, правда, дорогие, но все было от них. Мы с собой ничего не покупали, ничего не проносили. Дома женщину ждут муж и ребенок. Теперь выздоровевшей придется максимально ограничить общение с ними и проживать в отдельной комнате. Таковы требования врачей. Они тем временем продолжают лечить инфицированных. На сегодня в инфекционном стационаре города находится в отделении реанимации находится 7 пациентов в тяжелом состоянии, из них двое находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние у них стабильное, без ухудшения, получают полный курс лечения. В среднем лечение длится 2 недели. Перед выпиской пациенты проходят 2 контрольных теста, результаты которых должны быть отрицательными. Всего по стране на данный момент выписаны 203 человека. Бржан Валиев, Хабар 24.